На московском стадионе «Сталинец» состоялась летняя спартакиада добровольного спортивного общества «Шахтер». В беге на дистанцию 100 метров победила работница московского завода «Геофизика» Лиза Белякова. Бег на 110 метров с барьерами. Первым финишировал преподаватель Карагандинского горного техникума Александр Кирсанов. По прыжкам в длину новый рекорд общества «Шахтер» 6 метров 81 сантиметр установил Василий Линский. Владимир Федотов показал лучший результат в прыжке с шестом. На шоссе Москва-Минск стартовали велогонщики. Им предстоит пройти 150 километров. Велосипедисты идут компактной группой. Некоторые гонщики пытаются вырваться вперед. Перед финишем борьба обостряется. Первым заканчивает дистанцию мастер спорта Василий Федин. В летней спартакиаде командное первенство завоевали горняки Кемеровской области.